Абакан – город предпринимателей. Об этом говорят цифры, представленные на сессии Совета депутатов. Итоги реализации муниципальной программы по созданию условий для устойчивого социально-экономического развития столицы Хакасии. Это целый комплекс мер, направленных на обеспечение жильем молодых семей, охрану труда, развитие торговли, туризма и на поддержку бизнеса. За 3 года субъектов предпринимательства в городе Абакане у нас увеличилось в 2 раза. Если по состоянию на 1 января 2021 года у нас в городе было 10 840 субъектов предпринимательства, то на 1 января 2024 года эта цифра у нас достигла 19 985. Ну вот еще раз повторю, увеличение субъектов предпринимательства только за 2023 год плюсом 3 789. Ознакомили сегодня депутатов и с другими показателями развития города: ЖКХ и транспортное обслуживание населения, строительство и ремонт дорог. В минувшем году проделана огромная работа по всем направлениям. Построены 3 новые улицы в жилом районе Арбан и реконструированы 4 участка уже существующих. Спецавтобазы ЖКХ были заключены муниципальные контракты с ДСП-8 на ремонт 18 800 квадратных метров дорожного полотна, в рамках которых были выполнены ремонты асфальтового покрытия проспекта Ленина, проезда Северный, улиц Тараса Шевченко, Катерная, Ярыгина, Крылова, Торосова, Лермонтова, Кати Перекрещенко, Дружбы народов, Хакасской, Володарского, Перятинской, Советской, Игарской, Чертыгашева, Кирова, Карла Маркса, Тельмана, Партизанской, Богдана Хмельницкого, Ленинского комсомола, авиаторов, Щетинкина, Мира, Саралинской, Гагарина, Попова, Толстого, Гоголя, Таштыпской, Ломоносова и коммунального моста. От итогов перешли к перспективам. Депутаты рассмотрели и приняли пакет поправок в правила землепользования и правила благоустройства Абакана. С осени в столице Хакасии всерьез займутся уличными аттракционами «Силомерами». Предлагается запретить размещение игровых развлекательных аппаратов для измерения силы, так называемых «силомеров», на территориях общего пользования, за исключением парков и скверов. Нахождение силомеров на территории общего пользования города Абакана вызывает недовольство жителей города Абакана, поскольку используется слишком шумно, и чем пугает прохожих в дневное время и тревожит граждан в ночное время. Еще один новый пункт правил благоустройства в Абакане – запрет на установку ограждений, тросов или конусов на общественных автопарковках. К этому нередко прибегают торговые учреждения, чтобы обеспечить себе место для разгрузки товара. С точки зрения специалистов, это недопустимо и запрещено правилами.